Раз, два, три. Всем привет! Сегодня пробуем новые вкусняшки. Сегодня мы будем пробовать разные интересные вкусы Mountain Dew. Сегодня у нас... Mountain Dew, акулка, еще какие-то сумасшедшие аборигены, еще сумасшедшая машина, которая сожрала малину, и Годзилла, сделанная из лесни, ну, вероятнее всего, но это непонятно, и бутылка, которую как будто достали из 90-х, по идее, со вкусом грейпфрута, но я не знаю, потому что читать по-английски я хреново умею. Давайте начнем с вкусов, которые я пробовал. Сумасшедшая машина. Вкус тут малина-лимон. Состав стандартный. Что за звук? Хотя, он прозрачный. Это реально классический лимонад. Ну, потому что это на самом деле малина-лимонад, а не малина-лимон. Mountain Dew, скажем так, только без лайма, а исключительно с лимоном. Еще из цедры лимона. Давайте назовем Mountain Dew. Mountain Dew с неведомой зверушкой. А теперь самая веселая часть данного видео. Экспертное мнение моего брата. Он розовый. Ну что, понравилось? Да! Много малины и много апельсин. Кстати, он прав. Frostbite. Тут замерзшие елки и акула во льду, которая застряла. Натуральный артификали. Как будто чувствуется черника. Ну, короче, очень странный вкус. Сладкий. Но с оттенком черники. Вот стаканчик и... Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Зацените, какой химозный цвет синий. Прям уж ядерный синий цвет. Это вот этого. Давай, пей. На вкус яблоко-малина. Яблоко-малина? Да. Нет, ну оттенок тут малины есть, но точно не яблоко. Чувствуется, что они похожи, вот эти два. Вот эти две, они очень похожи. То есть, если вы любите кисленькое, вот это выбирайте. Если вы любите сладенькое, черничное, такое мя-мя-мя-ми-ми, вот это. Они оба вкусные. Тёма, вкусное? Да. А какой вкуснее? Вот этот? Или вот этот? Ну, сладенький. Синий? Да. Кстати, я в конце смешаю все эти вкусы. Как вам такое? Потому что все это, напомню, не энергетики. Это все газировка. Я выберу вот этот вкус. Кодред. Говорят, очень скандальный. Потому что, насколько я знаю, кто-то говорит, что это прям вау, как вкусно. А кто-то говорит, что это настолько отвратительно, что это невозможно пить. Изображена вот такая Годзилла. Собственно, тут просто море вишни. Вскрываем. Кодред. Как же я люблю этот звук. А этот не... Короче. Кончился ASMR. Я не понимаю, это хорошо или плохо? Это знаете что? Это вишневый доктор Пеппер. Смешанный с вишневой колой. На вкус какашка. Тём, нормально говори. То есть, Тём, никаких какашек. На вкус яблока, вишневая, груша и апельсин. Довольно странный набор. Тём, а какая вкуснее была? Вот эта, которую я тебе только что налил. Вот эта синяя, которую я тебе налил предыдущий. И который, или самая первая? Самая, ну, вкусненькая. Какая, вот эта? Нет, вот эта вкусненькая. Синюю, прикиньте, ему синяя больше всего понравилась. Тут 1% натурального сока, вот тут 0, насколько я понял, да, тут 0.
в этом тоже ноль, и в этом ноль. Прикиньте, то есть просто вот это типа, ну да, но вероятнее всего, потому что это классика, типа черри добавляется. Самый лично меня интригующий. Поэтому мы его оставим, хотя вот этот более интригующий, потому что выглядит он очень так по-старому, как будто из 90-х. Да, вот этот. Это Mountain Dew. Pineapple. Ананас! Тут изображены какие-то бешеные индейцы. Либо это маски, муаи, что-то такое. Ну, короче, непонятно. Нет, муаи это то, что с острова Пасхи. Непонятно. Кстати, заценили? Надпись-то, именно оттенок надписи различается у всех. У меня есть любимый Mountain Dew, не какой-то лимитированный. Вот этот. Вау. Какая странная ерунда. Ну что, вы это можете повторить спокойно в домашних условиях. Возьмите обычную газированную воду и залейте туда, знаете, вот такая ананасовая вода из-под консервированных ананасов. И вот залейте в газировку, процедите от всякой там мелкой мякоти, и получится вот это! Pineapple! Тот самый бешеный муаи. Черт, как-то многовато я налил. Тём, давай садись. Высказывай свое экспертное мнение по поводу желтой газировочки. Это, напомню, вот это. Ощущение на вкус. Много теста и вишни. Тесто и вишни? Да. Что за дичь? Ну ладно, Тём. А я пока попью вот это! Единственный, вот тут будет видно, халяльный Mountain Dew! Пахнет грейпфрутом. Тут, да, написано, что это цитру, это что это грейп-цитрус. Flavored drink. И давайте нальем Тёме в этот раз первому. Вот чуть-чуть ему налью. Вот такой вот чудесный фиолетовый цвет. Давай, Тёмик, садись в кадр и пей. На вкус грейпфрут. Гений. Тём, а какой тебе больше всего понравился? Вот этот, вот этот, вот этот? Или, ну вот этот, или вот этот? Тёма ушел из кадра, но по сути он видит, какие я ему показываю. Больше понравился вот этот. Вот этот? Этот, последний? Валерий, давай. Давай, так, я пробую. Ну. Какой странный. Фу. Мне он не сильно нравится. А мне... Это не грейпфрут. Это далеко не грейпфрут. Очень сладко. Это, знаете, колокольчик. Это колокольчик с каким-то ягодным оттенком. У меня на этот были самые большие надежды, и он оказался самой хренью. Да, смешаю уже. Да, Тёма, помолчи! Так вот, расставляем по местам. Вот это пятое место, потому что это настолько не покупайте никогда в жизни. Поэтому улетает нафиг. Далее четвертое место я предпочту отдать, вот не знаю, вот либо этому, либо этому. Вот этот. Это кола с черри, ну кола черри. Я знаю, что сейчас сложно найти колу черри, но, блин, гораздо легче, чем вот это. Это надо заказывать на маркетплейсах, а в свою очередь колу черри, ну, у нас лично в Краснодаре, можно найти в магазине Табриз. Ну, в большом, если это такой прям большой магазин. Далее третье место, тройку лидеров, хотя это тупо будет сказать, открывает у нас... Вот этот кислый. Он просто слишком кислый для меня. В таком вкусе. В таком варианте вкуса у него он реально слишком кислый. Но в принципе, поэтому аутсайдер. И на второе место я поставлю вот этот. Ну, вы, наверное, уже видели, как я его беру в руки. Потому что это вот эта же штука. Такая же химозная, непонятная, только без кислоты он более сладкий. И вот это я ставлю на первое место. Самое странное, но тут есть привкус ванили. Просто ни с того ни с сего, но тут он реально есть. Это самый вкусный из них.